Jean. Держись, дружище! Мы его, считай, померили только.
тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще и эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Давай быстрее. Нам лишние рентгены ни к чему. Отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне... Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится? Демона шуганула, чтобы не расслаблялся. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней. И душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Осторожней. Выдержала и ладно. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт, слышал? Похоже, можно идти. Хорошо, что не заметили. Здоровая была стая. Может, потому что дом запрет не объявили? Ну, у нас тут стаи такие здоровые. Через мост, чтобы железку не обходить. А то тут и так до метро далеко. Черт, высоко. Слушай, Артём, закинь меня наверх.
Давай ты. Держу. Артём, слышишь?